О, Марио! Ну вот, видишь, какая хорошая халтура. Прочистили две трубы. И сейчас промоем два горла. Побольше бы нам таких халтур, Луиджи. Заживем, как белые люди. Две трубы почистил, два горла промочил. И закусил еще. Какие у нас тут еще планы? О, глянь, гроб. Да ты по пьяни его притащил. Да хрен его знает. Давай почитай. Хороший гроб, я бы его загнал гробовщику. А тут записочка. Оба-на, Дон Корлеоне пишет. Похороните этого чувака, пожалуйста. Я вам пришлю ящик водки, деньги не высылаю. О, какой Корлеоне умный. Он знает, что мы пьем. Поэтому денег и не дал. Давай вскроем гроб, посмотрим. Может, там колечки на покойнике, костюм хороший. Ботинки те новые снимем. Давай, Марио, поднапрягись, подними немножко гробец. Сейчас я его вскрою. Золотишком-то неплохо бы затарить. Хорошая халтура, блин. Я бы всю жизнь жмуров хоронил. Зачем мне эта сантехника? Блин, костюм мне нужен хороший. Жениться я надумал. Опа! Блин, да он, похоже, живой, Марио. Ну, то, что он живой, это временно. Здравствуйте, мужики! Я живой, вы что, обалдели меня живьем хоронить? Ну, это не страшно. Как не страшно? Я хочу жить. Я просто задолжал Дону Корлеоне немножко, 1,2 миллиона долларов. А он меня убил, но не до конца. Ложись в гроб. Марио, надо эту проблему решать. Два удара молотком в череп, и проблема решена. Давай почитаем сначала уголовный кодекс, что нам за это светит. Да пофиг, Дон Корлеоне нас повесит нафиг, если мы его не похороним. Ну ладно, зачитаем уголовный кодекс. Так, тихо. Посмотрим, что дают за убийство в состоянии аффекта. Мы ж с тобой, Марио, всегда под аффектом, всегда бухие нафиг. Так, зачитаем, что нам тут светит. Все-таки убивать человека будем впервые. Так, Марио, смотри, убийство в состоянии аффекта под тройным одеколоном. Тут вообще никто его не пьет. Но написано же, что под тройным одеколоном смягчающие обстоятельства до 15 лет условного срока. А если еще это мигранты, значит, скидка идет. А там и амнистия ко Дню Победы. Это точно. Это в Беларуси амнистия ко Дню Победы. Ну ладно. Давай тихонько лучше. Я ему сейчас коронки все поснимаю золотые. А я его молотком ебанул пару раз по морде. Его никто не опознает. Молоток, Марио, ты гений. Так, Марио, все я решил. Прикопали жмура. Сейчас вот водочки сербанул, и все встанет на свои места. Закусывай, Луиджи. Что тут закусывать? Закусывай, слушай меня, бульбочкой прикуси. Ну, закопали его, хорошо. Как там? Счета пришли к нам? Может, рубашечку кому загоним еще? Ты глянь, она в крови, это улика, выкинь ее нахрен. Ну ладно, тогда кольца бы загнали, костюмчик загнали. Вот ботинки бы кому еще продать. Блин, а рубаха бы на меня пошла. Только он, блин, кровью замызгал. Ты посторожнее его молотком стучал по черепу. Кровищей замызгал мне всю рубаху. Ну, сам знаешь, молоток это не... Вот счета. Одно от ювелира, колечки приняли наши, костюмчик приняли у нас. Ну и гроб еще завтра гробовщику загони. Так что, Марио, мы с тобой теперь хорошие киллеры. Месяц будем пить, блин. Дон Корлеоне нас поощрил премией. Ура! Ура!